Всем привет, с вами Кирилл и с Эмпайром Карт Батлес. В эту игру играет... Сколько в эту игру играет? 11 тысяч человек. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы начинаем. Так, вот мы уже в игре, и у нас тут какая-то битва идет. Давайте выберем вот 5 что-то мокрого. Давайте его выберем, может, я его повяжу. И... Я типа убираю, наливаю, он идет ко мне и падает. Я его побеждаю, я не пойму, что тут делать надо. Ладно. Давайте вот это красиво выглядит. И у него... А, это... Вода. Он испугался и он ушел. Так, я не понимаю. Это в этом же соглашается игра? Да, да. О, я выиграл. Мне дали 375 гем, какие-то 10 поясов. А, мне дали белый пояс. 10 XP и один этот... Карточка. Так, забираем 500 гемов. Ну, я его выиграю. У него хоть и желтый пояс, но я уверен. Затрусил? А нет, он не затрусил. Ну, да, да, я знаю. Сейчас я его выиграю на изи. Ну, тут очевидно. Так, я сейчас его должен обязательно выиграть. Ладно, он что-то уже знает. Лучше всего вообще кидать огонь. Не, ну тут очевидно, что выиграю. Потому что мой огонь так-то сильнее. Так, идем. Тут вообще надо огонь только один кидать и все. Я опять его выиграю. Ну тут просто огонь кидаешь и ты выиграешь. Но как-то это немного неинтересно. Может попытаемся? Я не думаю, что у него огонь остался, как и у меня. Думает он, думает он, думает. Давайте его покривляем, чтоб жизнь малина не казалась. Так, и ждем, пока он что-то выберет, или он просто тянет время. Так, ждем, 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 и все. Что он выбрал? ЕХЗ. А, я выиграл, ну ладно. А он же мог просто в меня кинуть это. Ну ладно, забейте. У него желтый пояс, а у меня белый. О, я его выиграл. Оранжевый я-то впервые вижу. Давайте посмотрим, может что-то она и выдаст. Так, ну тут очевидно. Огонь всегда побеждает, типа. Что, торнадо? Я такое впервые вижу, ну ладно. Нет, троечку не буду юзать. Если ее юзать, ну давай, ладно, троечку юзнем. Потому что шарики, смотря что. А что, реально? О, все, это изи. Все, она же сейчас меня не кинет. Я тебя понял. Он еще тут злые смайлики отправляет, смеется. Ну, подожди. Не спи. Давай быстрее. Я тебе и так выиграю, то что ты можешь даже ничего не выставлять. Потому что пятое, это пятое. 9! Она меня выиграла. Может, в этот раз повезет. Откуда? Ну откуда у нее столько много? Ну, у меня даже выбора нету. Ну, что это? Сейчас у него опять восьмерка будет от этого. Да? Ну, так нечестно. Теперь торнадо вообще. Все, она выиграла. Ну, так нечестно, несправедливо. Я, наверное, все. А мне что-то в проигрыш дадут? А, мне только дали. Не, все, я не хочу с ней быть. Она меня урыла. Ну так-то я ее почти.
почти выиграл. Ну, кстати, мне эта игра нравится. Если вам тоже, напишите в комментариях. Так, хочешь забатлиться? Нет, я с тобой батлиться не буду. Потому что я с ложками не батлюсь. Ну, ладно. Давайте заберем и откроем. Может, что-то крутое выпьет. Если вы сейчас поставите лайк, то мне выпадет обязательно 15%. И что нам падает? 35% это тоже неплохо. Ой, я чуть ее не продал, она так-то хорошая. Так, у меня 175, за это ничего купить нельзя. Мне какого-то челика дали. Я ж видел, мне какого-то чела дали, только что он дает. Как его активировать? Ой. Ну ладно, погнали. Ну это по моему уровню, но я уже более прокачанный. Ну откуда не опять? Ну что это? Я уверен, что я побежу это. Выиграю ее, ну просто. О, все, GG. Ну ладно, ну это хоть раунд выиграл. Ну конечно. Подожди. Ну я ж юзал. А чё она не сработала? Да не, всё. Я за счастье сработала, я ливаю, реально. Ага. Первые силы. Давай, убегай отсюда в страхе. Так, четверочку взять. Может, это получше? Не, ну если это не сработает, я реально ливаю. Даже, ну всё. Это хорошо. Туда я прям. Всё. Давайте еще посмеемся. 5. Против огня нету, в принципе, равно. А, у меня типа чел инвалид. Он же не может просто. Ну да, конечно. Что это? Окей. Ага. Твоим же оружием сделал. Я думаю, куда это уже вдевать? Ну, конечно, на. Давайте откроем яйцо, и мне кажется, на этом можно и заканчивать. Давайте откроем и посмотрим, что выпадет. 45%. Ну ладно, мне кажется, такой ноте можно и заканчивать. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был я, Кирилл. Всем пока!